нового альбома. Она называется «Кружева». Написал ее молодой автор Погодаев. И стихи Константина Арсеньева. Судьбы в мои заглядывает окна, и липкий свет неосторожно возводит над землей мосты. Мне кажется, по ним бегут в наш мир исчезнувших послания причудливые очертания, но их опять не узнают. Кружева опадет листва, опустеется, и придет зима. Кружева, но я вернусь сюда, в жизни все не так, все не навсегда. Как часто добрые друзья, заснув на миг, нас покидают, и листопады укрывают их одинокие дома. Я буду долго ждать рассвет, листая взгляды фотографий, секунды счастья и апатии всех тех, кого со мною нет. Кружева, опадет листва, опустеется, и придет зима. Кружева, но я вернусь сюда, в жизни все не так, все не навсегда. Падет листва, опустеется, и придет зима. Кружева, но я вернусь сюда, в жизни все не так, все не навсегда. Кружева, опадет листва, опустеется, и придет зима. Кружева, но я вернусь сюда, в жизни все не так, все не навсегда.